Давай оденем девочку, чтобы она могла... Это кепка. Ее носят детки и взрослые. Это платье. Его надевают, когда идут гулять. Это блузка. У нее есть рукава и пуговицы. Это панама для девочки. Она заслоняет голову и личико от солнца. Это кроссовки для мальчика. Их два, правый и левый. Это сарафан. Он держится на плечах. Это пальто. Оно защищает от ветра. Это зимний комбинезон. Его шьют из ткани. Это туфли для мальчика. Их надевают на ножки. Это зимние брюки для девочки. Их шьют из плотной ткани. Это босоножки. Они не закрывают пяточку. Это шуба. Она защищает от снега и ветра. Это зимние сапоги для девочки. Они высокие, чтобы туда не попал снег. Это футболка. На ней нарисован рисунок. Это шорты. Они короткие, чтобы не было жарко. Это сандали. У них есть ремешки, чтобы не спадать. Это юбка. Она может быть длинной или короткой. Одеваем малыша. Давай оденем малыша. Покажи майку. Неправильно. Давай оденем мальчика. Покажи футболку. Молодец. Покажи шорты. Ты ошибся. Молодец. Покажи носки. Умница. Покажи кроссовки. Правильно.